За каким еще растворителем для... А! Блин, снова лицы! Ни для кого не секрет, что Сочи самый дорогой город России. Вы знаете, я работал в очень крупной фирме, взял всю дневную выручку из кассы и проиграл ее в казино. Жена узнала, забрала детей, уехала к своей маме. Приехали какие-то судебные приставы, квартиру опечатали, друзья отвернулись. Короче, мне нужен вот такой вот кусочек земли. $300,000. Да блин, что за непруха, я понять не могу. На сочинском рынке. Мама, что это цвет? Это же так модно, это показано на Fashion TV. Если девочки меня в этом увидят, они же с ума сойдут. Скажите, пожалуйста, вас пьет Эска, Эмка или Эльта? Это рыба. А, это рыба? Девушка, я не армян, я армянин. Девушка, я армян, пойдемте. Друзья, наверняка у каждого из нас хоть раз в жизни вызывали родителей в школу. Здравствуйте, Ольга Васильевна, вызывали? Здравствуйте, вызывала. А что случилось? Вы знаете, что ваш сын в сочинении на тему, как я провел лето, написал? Что? Лучше, чем ты, мразь. Ну, Ольга Васильевна, ну он же в шестом классе. Ну а как можно в шестом классе слово «мразь» без мягкого знака написать? А вчера забежал ко мне в кабинет, отрезал вот такой вот кусок от штор, говорит, я на них деньги сдавал, это мой кусок. Одноклассницу по попе ударил. Так все мальчики делают. Угу. Ножом. Ножом? Да. А теперь представьте, цыганка на сочинском рынке. Цыганка, ты почему плачешь? У меня кошелек украли. Кто украл? Русские. Так пойдем в милицию. Там армяне, елки-палки. Друзья, наверняка каждый из нас хоть раз в жизни встречал продавца фруктов у трассы. А теперь представьте, бабушка продает сливы у дороги. Фишингер, огонь и грация, твои глаза магнит и обжигает душу. Фишингер, ориентация. Бабушка! Бабушка, слива почем у вас? Это Мерседес, твой стоит? Нет, моя шестерка. Фишингер, огонь и грация. Бабушка! Слива хорошая у вас. О, сынок, эти сливы моему отцу передал мой дед. Моему деду передал мой прадед. Моему прадеду передал мой отец. Потом я пришла, сказала, что вы ерундой занимаетесь. Забрала у них это ведро и сюда пришла. Ладно, спасибо, мне не нужна ваша слива. Ладно, 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 слива не хочешь, вот. Арбуз возьми. Какой арбуз, это персик? Ау, какой в этом году арбуз? Персик. Бабушка, не нужен мне ваш арбузо-персик, я за сливами остановился. Хорошие у него. Конечно, хороший. Ты знаешь, какой легенда про мой слива ходит? Как-то раз идет мой дед, кушает эту сливу. Так вкусно ее кушал, что Бог сверху увидел, позавидовал, спустился и в наглую откусил у него эта слива. Да как такое может быть? Как он, Бог что хочет, то и делает, что ты ему скажешь? А дед сказал. После этого они так с моим дедом сдружились, что Бог через 2 года его к себе забрал. Ладно, бабушка, спасибо, не надо мне. Куда ты пошел? Ты знаешь, какой фарт имеет твой слива? Путин купил, президентом стал. Медведев купил, президентом стал. Недавно Путин опять приходил, покупал у меня это слива. А? Вот, ладно, бабушка, уговорили, возьму я у вас ведро. О, молодец, спасибо. Давай, не пожалеешь. Ну и как говорила моя бабушка перед смертью? А что это значит? Не знаю, я не успела спросить, она в море утонула.
бане покатаемся. Владимир Владимирович, ну это же небезопасно. Я на Ё-мобиле и на Ладе Калине ездил. Вот это вот небезопасно. А у вас вон какая безопасность. Ну да, здесь мы подготовились. Вон, видите, полиция патрулирует, нас охраняет. Вон, видите, снайпера везде сидят, нас охраняют. Вон, вертолет летает, видите, нас охраняет. Вон, военный корабль, единственное, что не знаем, чей. Наш. Наш военный корабль, Владимир. В городской библиотеке. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами... Здрасте, тетя Зоя. Тома, опять пришла шуметь здесь, ругаться мне, да? Да ладно, тетя Зоя, на улице такой дождь идет, зонтик тоже дома, забыла оставить, вернулась, оставила, промокла, как псина, тетя Зоя. Дай хоть постою, погрею чуть-чуть, а? Ну уже пришла, постой, погрейся, что с тобой делать? Ох, ништяк, тетя Зоя, как ты меня поправила, ох-ох-ох, тетя Зоя, сколько у тебя книжек. А ты, походу, все она перечитала? Томочка, тут что все перечитать лет 30 надо. А, не-не, тетя Зоя, ты столько не протянешь, тем более на свою-то зарплату. О, тетя Зоя, вот это «Унесенный ветром», это про белье, что ли? Тома, про какое белье? Ты хоть одну книжку в жизни читала? Конечно, тетя Зоя, обижаешь. Вот смотри, «Отцы и дети», это про проблемы и нигилизм. Вот, молодец, читала же. А, да, вот сейчас ты с обложки читай, а. Слышь, тетя Зоя, ну приколи мне, вот ты вот тут целыми днями сидишь, вот это вот «Гарри Поттер», это про что вообще? Тома, это все знают, это про волшебника в очках. А, про Мавроди, ну понятно. Тетя Зоя, а вот это вот «Лолита», это про что? Это про то, как маленькая девочка влюбилась во взрослого мужчину. А, про Кабаеву. Слышь, ну понятно, тетя Зоя, а вот это вот «Муму», вот тут ты меня точно не проведешь. «Муму» — это корова, 100%, корова, тетя Зоя. Тома, какая корова? Все знают, что «Муму» — это собака. Какая собака, тетя Зоя, ты в своем уме? «Муму» — это корова, «Гав-гав» — это собака, «Мяу-мяу» — это кошка, «Гуля-гуля» — это голуби, тетя Зоя. Самая вкусная «Гуля-гуля». Ты учишься вообще? Хоть одну книжку в жизни читала, скажи мне. Естественно, у меня есть книга дома про печь. Емеля, что ли? Samsung, инструкция к микроволновке. Туда, короче, хапчик закидываешь, он будет закрутиться. Сверху свет светит, смотри, пойди погулять, опа, тетя Зоя. Оп, оп, тормози меня, ничего себе меня поменяло, тетя Зоя. Так, Тома, давай иди отсюда, ни черта не знаете, вы потерянное поколение, стыдно уже. Какой стыдно, тетя Зоя, какое потерянное поколение. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела над столе, свеча горела. И падали два башмачка со стуком на пол. И воск слезами с ночника на платье капал. Седьмой выпуск. Какая Виктория Поня? Тут что, ненормально? Принимай ее. Так, Тамара, опять ты? Вообще-то здравствуйте, дядь Витя. Здрасте. А? Что на этот раз? Украла питона, скормила ему целый тазик люля-кебаб. Зачем? Хотела проверить, кто кому. Так, ладно, все, иди, я сам с ней разберусь. А, разберу пачки. Ты это почем, дядь Вить? Положи на место, это вещественное доказательство. А, все, все, я в твой безняк не лезу. Тамара, какой безняк? Сколько можно себя так вести? Как? Вот так вот, все, все, я в твой безняк не лезу. О, о! Остановись! Сейчас еще влюблюсь в тебя, но мне надо, слушай. Хулиганить, у меня же целый фотоотчет из твоих дел. Сам фото? Да, сам. Вот смотри, в центре Сочи стоишь, сланцами мясо отбиваешь. Вот хной море красишь. Вот божьих коровок в мечеть тащишь. Ты что, ненормальная, Тамара? А ты что, фотограф, что ли? Да, фотограф. А где твоя обезьянка? Вот, стоит. А, ну значит, фотограф. Куда только твои родители смотрят? Слышишь, да если бы не мой отец, ты бы до сих пор лейтенанта ходил бы.
Ну это да. Ну а так поймал, посадил сразу майора, дали, да, дядя? Так, пошел вон отсюда!